парке Наташинские пруды провели благотворительную акцию «Добрый шкаф». На главную площадь парка принесли вещи для нуждающихся. В социальных сетях акции представлены правила их приема. Жители просят не приносить старую технику и испорченную одежду. Вещи должны быть в хорошем состоянии. Организаторы «Доброго шкафа» всегда готовы принять одежду, канцелярию и товары личной гигиены. Также можно отдать книги, детское питание и подгузники. Все, что нужно для быта, потому что мы это относим в благотворительные фонды, детские дома, дома престарелых.